Ребятки, доброе утро, добрый день. У нас коммунион, а у нас нету нигде машину оставить. Так что нас муж оставляет. Вот в этой церкви, девочки. Смотрите на мою красотулечку. На мою красавицу. Идем, дочь. Она стесняется. Чечетка. Чего ты стесняешься? Ты же красавица у меня. Ну, сколько лет времени, говорит, в церкви, говорит. Это такая церковь, девчонки, красивая, очень красивая. Вот, она такая, знаете, старинная. Эта церковь очень красивая, там внутри. Я один раз заходила, вот сейчас будет второй раз. Так что, а мы чуть-чуть поздно прошли. Так, мы здесь подождем, доча. Мои, наверное, все заловки там внутри. Но мне бы хотелось вам церковь показать. Церковь очень красивая. Сейчас. Я лица просто снимать не хочу. Солида интрада. Подожди. Идем. Держи дверь. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Jesús el Señor, el Rey de la Gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres. Como juez del mundo y Señor del universo. No se ha ido para desentenderse de nosotros, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra, para que nosotros, mi visión de Я просто хотела вам показать церковь. Очень красивая. Я накрасила сегодня очки, девочки, одела, чтобы глаза свои, знаете, не показывать. Это у нас здесь тоже симпатичное. Видите, да, вот парк. Что-то я сблизилась, так и осталась, мне кажется. Да. Вот так. В 11 часов у них это... Потом, это Пласо де Торо, где раньше приезжали быки и Тореро. Здесь, короче, была Корридас раньше. Сейчас уже не приезжают, хотя не запрещено у нас еще. Но уже не делают. А церковь очень красивая, девчонки. Внутри так, ну, это старинная, короче. Очень хорошо сделана, очень много денег вложено здесь, наверное. Ну, конечно, это называется Basilica de la Prado. Потому что это же де Прадо. У нас парк называется Прадо. Потом у нас будет обед. Обед с 2 часов и уже с 2 до, я не знаю, до скольки. Ну, до скольки хочешь. А, мой красавчик идет. Уже вам махает. Что пошел? Надо. Мы, говорит, никого не видели. Vamos para adentro. No, ой, ой, ой. Валерия, deja que te grabe. Валерия, ¿puedo grabarte un poco?
Porque estás guapísima. Ponte así, como una princesa. Mira, pero ponte más allí. Девочки. Ой, que se te va. Ella pisa el vestido. Se le pisa. Ah, pero le pisa, vale, perdona. Pues se ve. Valeria, está guapísima, te lo prometo. Chicas, mirad. Chicas, mirad qué vestido. Смотрите, какая прелесть. He peinado también. Mira qué peinado más bonito tiene. Estás guapísima. Me encantas. Te ahogas. Смотрите, какая принцесса моя. Моя принцесса. Это все подарки. Это тут son regalos. Como debajo de la mesa son regalos. Смотрите, девочки, это все подарки. Muy bien, а que sí. Это es el salón para comer, para nosotros poner для кушаний, доча. Садись. Ой, давай мою сумку здесь не оставим, нет? Там же у меня телефончик. Дядя. Дядя Толик пошел. Вот наши все люди, девчата. Я просто близко не хочу снимать. Мне неудобно, девочки, поймите меня правильно. А то все, наверное, думают, вот на них деньги делаю, как многие, да, так думают. Уже каждый второй мне говорит, у тебя канал, да? Сколько у тебя людей? Ой, значит, ты получаешь деньги. Вот, и вот девчонки, вот. Много ли пригонту? Девочки, мне так становится неудобно, когда вот так мне говорят. Честное слово, такое ощущение, что я ворую, что ли, не знаю. Когда хотя, вы сами прекрасно знаете, девчата, сейчас просто им объяснять вот это не хочется, что у меня большинство зрителей это Россия, с Россией я ничего не получаю. Ну, хоть я и получаю. Но делайте вы тоже канал, если это так легко. Если вам так кажется, что это так легко и вам это нравится, пользуйтесь. Очень красиво, правда? Мне нравится, девчонки. Вот скоро у меня тоже вот такая травка будет. Sí. Смотрите, какие цветы. Вот эти цветы мне нравятся. Я же посадила, девочки, уже видели? Смотрите, как у него парки идет. Видите, да? Я вот тоже вот так хочу. Посмотрите, как красиво. А какой цвет насыщенный. Девчата, дарю вам. Вам же нравятся цветы. Вот и мне нравится. Дарю каждый. Хоть это не мой. Вот каждый цветочек дарю каждой моей любимой зрительнице. Девочки, давайте просто не обращать внимания ни на что. Давайте жить просто так. Понимаете, радоваться давайте. Сегодняшний день у нас все есть, а мы просто забыли радоваться. Мы забыли запах, девочки. Мы забыли запах жизни. Надо все-таки немножко, как-то, знаете, не обращать на это внимания. Я вам говорю и себе то же самое говорю, девочки. Не потому что это я вас там чему-то учу или еще что-то. Я сама к этому мнению прихожу. Не хочу больше нервничать, не хочу не плакать. Я хочу смеяться, я хочу жить, я хочу петь. Я хочу наслаждаться, сколько мне осталось. Много, чуть-чуть. Не хочу ни на кого внимания не обращать. Понимаете, хоть это и нелегко, но я буду очень стараться. Я буду очень и очень стараться. Смотрите, какая у него большая пальма. Вот у меня тоже будет такая же, которая у меня растет возле кухни. Это вот такая пальма. Они же разного вида есть. Сейчас пойду кушать. Сядем кушать. Я не знаю, меню буду снимать или нет. Если не сниму, тоже не буду. Какие дети. Такие красивые девочки. Такие волосы длинные. Как у моей Кайтаночки. Ну, no, Валерия, la mayor, и la otra, Лукас. Pregúntese a Лукас, mira, ahí está. Que Лукас. Мы забыли дочку младшую, как зовут. И он спрашивает, смотрите, как они сделали хорошо. Вот с этого вырезали. И сюда, ну, от того, что солнце, это все жгет. Это все жгется. Хоть они каждый день здесь поливают, они за этим ухаживают. Ой, девочки, так шашлыками пахнет, прям шашлыками. Здесь зал. Кого? Луна. Луна? А, да, ее Луна зовут. Как Луна, да? Здесь такое для детей. Специальное игровое место. А здесь Акасия у них раньше было, видите, сейчас нет, видать. Вот так. А
Это другое, это вот другие люди. Это, здесь от 3 зала, что ли, можно заказывать. Ой, как здесь шашлыком пахнет. Ну вот, мясом жареным, девочки. Sí, sí. Это называется на испанском тинах. Вот это называется тинах. Вот так, ребята, сейчас покушаем спокойно, посидим, потом уже домой. С нашей стороны только его один брат пришел и зять пришел. Остальные там заняты были, не смогли прийти. Ну, у каждого свои дела. Я же говорю, они не как наши люди. Вот, ну, как вам сказать? Ну, не такие, как у нас. У нас же, ох, когда отмечают, все собираются, все. Они, и они вот так. Да? А, здесь Альваро Баутиста. Видите, вот чемпион мира, девочки. Он на нас посмотрел сейчас. Сейчас мой муж обожает это все, мотоцикл. Он их всех по имен знает, он их всех знает. Все знает. Так что вот так. Может быть, ему не нравится, что я его снимаю. Но там же мой муж, я мужа снимаю. Сейчас мой муж подойдет. Сейчас я вам покажу. Такой хороший мальчик, девочки. Вон. А! Что ушел? Шарик? Улетел. Как он может уйти? Улетел. А, он говорит, не улетел. Он говорит, по земле, короче, поняли. Ветер же. А дети красивые, испанские, правда? Я не знаю, мне кажется, что все дети мира красивые. Я вообще очень редко видела некрасивых детей. Ага, маленькая. Луна вон там. Ой, девочки, иду на... И ты сола? Ага, всегда одна, она такая. Мне понравилась эта арка. Посмотрите, как хорошо сделана. Я тоже вот так сделаю себе арку. А висту кому лайчу арку? Я там не киру аси. Помню, вот аси де мочёны, а висту и аси. ¿Machones de qué? ¿Con ladrillo o con sí. Machón de madera? De machones de ladrillo puede ser. Hola, hola. Вот так хочу я тоже. Это его племянница проходила. Esto algunas veces, así en redondo, lo he visto yo en la chatarrería. Вот так говорит, я видел, говорит, продаются. Можно купить, девочки, поставить. Mira, rosas como nuestras. Вот то же самое у меня роза. Когда они вырастут, не знаю, девочки. Но вырастут. И будет красота. Представляете, вот так у меня. Вау. Ой, когда это будет, но будет. Когда-то будет. Я так хорошо села напротив них. Смотрите, детям. Помахай, Кайтаночка. Детям вот что станет. Потом у нас вода, кассера. Это гасиоса. И это вино. Детский стол, это вот он. А мы здесь рядом. Ну, что с Кайтаночкой. Карточку поставили такой, знаете. Кайди, мира, тут ассистент. Что там, на первое, на второе. Вот такую открыточку. Кайди, хочешь ассистент с вином? Ну, ага. Салфеточки руки вытирать, столик, препарат. Короче, как нормально, да? Девочки, это бакалау. Посмотрите, как красиво. Вот всем принесли, посмотрите. Вино бланко. Короче, здесь и все есть. Смотрите, как красиво смотрится. Это папаша. ¿Qué tal? Todo bien. Estupendamente. Parece una boda. Parece una boda. Más que una boda. Más que una boda. Más que una boda. Sí.
La próxima vez vamos a poner 50 metros. Es que gafas más chulas tienes, me he dado cuenta ahora. Rosa. Pero sí. No, hija, son rojas. Lo que pasa es que con el sol se han pasado un poco. Ah, pero es que con estas me casé. Ya tienen 5 años las gafas. Ah, entonces es normal que se ha ido la color. Вот так, девчонки. Короче, сидим, кушаем, развлекаемся, девочки. Все у нас замечательно. Чики-пики. Теперь мясо. Ну, до этого принесли нам салат. Нам салат принесли, мариску принесли, там лангустину, лангоста. Короче, вот такое. Я просто забыла снять. Вот такой у нас стоит, девочки. Какие красивые девочки здесь, смотрите. Какие красивые это. А, и желтиком тоже красиво, это в синеньком. Смотрите, какие фигуры девчонки здесь. Это Аркадия. Здесь девочки очень красивые, испаночки. Потому что иногда вот люди, я слышу, когда говорят, ой, там, ой. Не, девочки, здесь я тоже красивые есть. Очень даже красивые, ухоженные, красивые. Это мои племянницы, самая младшая дочка. Это ее жених. Он еще, я его спрашиваю, это твой, это твоя невеста? Он говорит, да. Ее спрашиваю, это твой жених? Она говорит, да. Смотрите, какие девчонки красивые. Ножки, фигурка. Шикарные девочки. Умницы такие. Но они совсем молоденькие. Сейчас фотографируется. Скоро моя Кайтаночка тоже будет такая. Будет красавица моя Кайтана. Ой, сидим, кока-кола пьем, девочки. С детьми общаемся. Здесь все наши. Мы уже поели, вышли. Они танцуют. Ага, они танцуют там, смотрите. Это дедушка и бабушка. Они все там танцуют. Молодцы, умеют веселиться. Им лишь бы повеселиться, девочки. Ты лапа. Очень красивая девочка. Отю, маленькая такая. А я? Как это? Как это?